Приветствуем наших телезрителей из Претории, столицы Южной Африки. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что вы с нами. Исход 15 глава 22 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Место засухи. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкая. Я живу уже довольно давно и понял, что в какой-то момент жизни каждый верующий приходит к главе своей жизни под названием «Мерра». Мы не любим говорить об этом. Мы знаем, что Бог обещает нам победу и гарантирует, что мы преодолеем все. Но однажды мы приходим к месту под названием «Мерра». Возможно, «Мерра» — не такая уж хорошая глава. Она не о том, что или кто привел вас в меру, а о том, как перейти из меры в сладкие главы вашей жизни. «Мерра» буквально означает «горькая вода». Горькое место, или то, что оставляет после себя горькое послевкусие. Незадолго до этого израильтяне чудом вышли из Египта. Бог чудесным образом провел их через Красное море. С ними шел столб огненный и столб облачный. Там было присутствие Бога. Все было хорошо, но вот уже 3 дня у них нет воды. Внезапно может наступить засуха в браке, во взаимоотношениях или в бизнесе. И я не пророчествую вам смерть. Я провозглашаю жизнь, но сам Иисус сказал, «В этом мире будете иметь скорби, но мужайтесь, потому что вы победили этот мир». И в следующий раз мы поговорим об этом, но мы должны понять, что когда приходит испытание, и мы попадаем в место под названием «Мерра», нам нужно искать решение, а не начинать пить горькую воду. Я думаю, что сегодня здесь есть люди, которые слишком много времени провели в этом месте. Вы уже слишком долго пьете горькую воду. Горькую воду отвержения, непринятия, одиночества, личных промахов и предательства. А я хочу сказать вам, что наш Бог специализируется на том, чтобы давать нам красоту вместо пепла и превращать горечь в сладость. Богу есть до вас дело. Бог сказал Моисею бросить в воду дерево. А 2000 лет назад Бог сам стал таким деревом. Он бросил Иисуса Христа в человеческое море, предоставив решение для вашей горечи, исцеление для вашей боли и сломленности. Если вы продолжите читать эту главу, то увидите, что после меры Бог повел их туда, где было 12 источников и 70 пальм. Да, вас тоже ждут лучшие дни и сладкие главы вашей жизни во имя Иисуса Христа. Некоторые из вас сейчас проходят сладкую главу жизни, но вы знаете, что такое мера. Значит, вы можете помогать тем, кто находится в этой самой мере. Когда люди в мере, они сразу же спрашивают, что нам делать, какую воду нам пить, мне пить эту чашу отвержения или предательства? Подумайте об Иосифе. Предательство, ложные обвинения. Верите вы в это или нет, но каждый человек приходит однажды к месту под названием «Мерра». Вы ожидаете от Бога чего-то хорошего, новой работы, новых отношений, а вода оказывается горькой, и вы можете либо застрять там, либо перейти в то, что Бог имеет для вас. Я знаю, что вы пойдете дальше. Бог говорит вам,
Я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Давайте скажем это. У меня есть будущее, и у меня есть надежда во имя Господа Иисуса Христа. Итак, сам Бог превратит вашу горечь в сладость, вашу ошибку в чудо, вашу трагедию в триумф, если вы позволите Ему. 29-й Псалом, 6 стих говорит нам: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется, плача на утро радость». Наш Бог специализируется на том, чтобы давать красоту вместо пепла или радости вместо скорби, одежды хвалы вместо духа подавленности. Вот почему Иисус пришел 2000 лет назад. Бог бросил дерево в море людей, потому что Он знал, что будут моменты, когда у вас будут трагедии, боль, одиночество, страдания, скорби. Бог знал об этом, поэтому Он подготовил все необходимое для этого на кресте Иисуса Христа. И если мы сегодня взглянем на крест, то можем пережить прекрасный обмен. Исаия 61 глава. Первый стих говорит вот о чем. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Если у вас разбито сердце, то это о вас. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное. И день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дастся украшение, а вместо плача или радости, а вместо унылого духа — славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Неважно, как именно вы попали в меру. Сами, по чьей-то вине или по Божьему плану. Главное, чтобы вы двигались дальше. Из меры в новые главы, которые Бог имеет для вас. Главное, чтобы вы сегодня позволили Богу исцелить ваши раны, убрать ваш позор и утешить ваше сердце. К сожалению, все мы приходим в меру. Иногда по чужой вине, а иногда и по своей собственной. Иногда так складывается жизнь. Думаю, самая большая трагедия — это когда родители теряют своего ребенка. Я много раз это видел. Это невозможно объяснить. Все хотят знать причину случившегося. Соломон, самый мудрый человек на земле после Иисуса, сказал, что плохое случается и с хорошими людьми, а хорошее — с плохими. Если кто-то проходит через трудности, это не время отправлять ему осуждающие цитаты из Библии и говорить, что он сам во всем виноват. Нет, мы плачем с плачущими и скорбим со скорбящими. Но, слава Богу, мы плачем не без надежды. Мы будем такими, как Давид, который пережил трагедию, потерял ребенка. Мы не будем оставаться на месте. Возможно, эта трагедия прибьет нас к земле. Нам не нужно задаваться вопросом, почему так случилось с нами или с кем-то еще. Нам нужно найти способ поднять того человека с земли. И 2000 лет назад Иисус, драгоценный подарок, пришел ко всему человечеству, чтобы поднять вас с земли, снять с вас бремена и исцелить вашу боль. Подумайте об Иове. Библия говорит, что он один из величайших людей Ветхого Завета. Библия называет его человеком, боящимся Господа. И не только, но еще и ходящим в праведности и справедливости. Изучая Библию, вы увидите, что Иов был сильно благословлен. У него было 7000 верблюдов, 3000 овец, рабы и рабыни,
Он был благословенным человеком. И как мы знаем, сатана поговорил с Богом, и в итоге в жизни Иова наступил период меры. Халдеи совершили набег и похитили все его имущество. Затем огонь с неба убил всех его сыновей и дочерей. Все это произошло за один день. Вы можете прочесть об этом в первой и второй главах книги Иова. Он потерял все, даже свое здоровье. В итоге Иов оказался на земле. А жена подходит к нему и говорит: «Просто прокляни Бога и умри». Слава Богу, Иов никогда не проклинал Бога. Он никогда не пил горькую воду меры и не позволил тому, что с ним произошло, определить то, кем он стал. Написано, что Иов поднялся с земли и прославил живого Бога. Он сказал: «Да благословится имя моего Господа Бога. Разве я могу принимать от Бога только хорошее?» Конечно же, то зло пришло к нему не от Бога. Но он отказался сделать меру последней главой своей жизни. Он поднялся и прославил Бога. В конце он потерял здоровье. Сатана покрыл его тело язвами от макушки до пят. И он чесался осколком разбитого горшка. Представляете, какая это агония? Всегда найдется тот, кто скажет: «Ты веришь Богу, а теперь-то ты в пустыне. Ты разбит и унижен. Может, мои деньги на нуле, но мое сердце не разбито. Аллилуйя! Моя вера не разбита. Возможно, я упал, но я не вышел из игры. Возможно, сейчас у меня трудное время, но Господь остается моим пастырем, и я не убоюсь зла, потому что Твой жезл и Твой посох успокаивают меня. Господь, Ты со мной. Ты накрыл для меня стол на виду у моих врагов. Поэтому я не принимаю меру, как мою последнюю главу. Я верю, что мои лучшие дни еще впереди. Я верю, что Бог обратит мою печаль в радость. Я верю, что Бог пишет прекрасную историю о моей жизни. Господь, я верю, что Ты своевременная помощь во время нужды. Я верю, что Иисус все еще остается своевременной помощью. Он все еще мой добрый пастырь и мой путеводитель. Он все еще мой Господь и Спаситель. Его глаза все еще обращены к праведникам, а его уши все еще слышат мои молитвы. Я знаю, что мой Бог не бросит меня. Возможно, я в раскаленной печи, но мой Бог рядом со мной. Возможно, я во рву со львами, но мой Бог там вместе со мной. И Он закрывает пасти львам. Возможно, я иду по воде, но эти воды не поглотят меня, потому что мой Бог со мною, и за Ним последнее слово. Если вы верите в это, прославьте Его. Слава Богу, что Иосиф не принял яму как свою последнюю главу. Слава Богу за то, что Руфь не приняла смерть мужа как последнюю главу своей жизни. Слава Богу за то, что Анна не приняла свое бесплодие как свою последнюю главу в жизни. Библия полна людей, которые встречали на своем пути трудности и трагедии, но никогда не принимали их как последнюю главу. И вам тоже не нужно этого делать. Если вы не знаете, что вам делать, то помните, что Бог знает, что вам делать. Когда вы чувствуете слабость, то можете быть сильными, потому что Его благодати достаточно для вас. Когда вы чувствуете одиночество, вы не одни, потому что Он сказал: «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Когда вам кажется, что никто вас не понимает, помните, что Бог всегда вас понимает. Он ваш первосвященник, и Он понимает каждый плач вашего сердца. Хочу процитировать вам одно местописание, потому что многие люди неверно проповедуют об Иове. Это 42 глава, 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде».
Дьявол забрал у него, а Господь свернул ему. Слава Богу, что последнее слово не за дьяволом, а только за Богом. Слава Богу, что в вашей жизни последнее слово не за дьяволом, а за Богом. Плач продлится лишь мгновение, а утром снова придет радость. Иов потерял всех своих детей. Все мы теряли близких. Это нелегко. И мы не бесчувственные. Когда я только пришел к Богу, нас учили «оставьте мертвым хоронить мертвых». В то время нас учили, что нас не должно волновать ничего, кроме Евангелия и Иисуса Христа. Если кто-то умирал, вы должны были сказать: «Ну вот и все, он ушел во славу, а мне нужно возвращаться к проповеди Евангелия». Я могу рассказать вам, как было, когда умер мой отец. Я недавно стал пастором, в субботу я помолился за него, в воскресенье утром я проповедовал, а в понедельник я вернулся, но мой папа уже ушел, во славу на небеса. А я проповедовал Евангелие и пел. Мы думали, что нужно просто двигаться дальше. Но ваши эмоции — это часть вашей человеческой природы. И когда вы проходите трудные времена, нормально чувствовать одиночество, грусть или растерянность, но не нужно оставаться в этом состоянии. Вам нужно дерево. Вам нужен ответ от Бога. Позвольте Богу поднять вас и исцелить вашу боль, потому что Он — своевременная помощь во время нужды. Поэтому нормально скорбеть, когда ваш ребенок умирает или уезжает от вас. Но скорбь — это лишь период. У всех людей он происходит по-разному. Не нужно говорить человеку, просто забудь. Но важно двигаться дальше. Не нужно скорбеть так, будто бы у вас нет надежды. Вы пережили болезненный развод, и у вас не получится просто отряхнуться и пойти дальше. Нет, вам придется разбираться со своими эмоциями. Но вы не можете оставаться в горьких водах и пить эту чашу снова и снова. Вам нужно двигаться ко Христу и Иисуса Христа и найти там исцеление, мир и восстановление для вашей души, чтобы Бог мог благословить вас в будущем. Вы не можете снова и снова возвращаться в меру. Вам нужно отпустить горечь, обиду и боль и начать пить сладкую воду прощения, доброты и любви, чтобы быть той прекрасной женщиной, которой вы можете быть, несмотря на пережитую боль и обиды. Иисус пришел, чтобы сделать вас целостными. Иисус пришел, чтобы дать вам украшение вместо пепла. И если вы позволите Ему, то Он сделает что-то прекрасное из вашего пепла. Он даст вам прекрасное будущее во имя Иисуса, как Он сделал это для Руфи, для Иова и для всех остальных персонажей Библии. Лия и Рахиль. Рахиль вообще не могла иметь детей, а Лия имела одного ребенка за другим. Рахиль возвала к Богу, Бог смилостивился над нею и благословил ее. И я хочу сказать вам, что Бог не оставил вас. Он рядом. Он Иегова Шамма. Он Бог, который понимает и хочет провести вас через долину на другую сторону. Во имя Иисуса. В ситуации Иова любой здравомыслящий человек уже бы давно сдался. А вот тот не сдался. Он упал, но не остался лежать. В самый тяжелый момент он выбрал поклоняться Богу. Так и мы должны делать. Даже если мы не знаем, что делать, мы должны говорить: «Бог, Ты благой, и Твоя милость пребывает вовеки». Я не понимаю, что происходит, но я знаю, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Как мы пели сегодня утром: «Даже если я не вижу, я знаю, Господь, Ты действуешь за кулисами. Ты устраиваешь мое освобождение и направляешь путь ради своей славы. И в свое время ты все доведешь до конца». Аллилуйя. Библия говорит, что после этого Иов прожил еще 140 лет. Неплохо, не так ли? Трагедия так и не сломила его. Вы представляете, как ему было трудно? Он в один миг потерял 7 детей и все свое имущество, свой дом. Аминь. Так говорит нам Библия. Но люди проповедуют только это и не идут дальше.
Но испытание закончилось, и Бог все вернул. Возможно, это произошло не за один месяц или за один год. Невозможно родить 7 детей за один год. Бог дал ему 7 детей, а дочери его были самыми красивыми на всей земле. Люди съезжались отовсюду, чтобы посмотреть на его дочерей. Такие красивые, как и у меня, но сейчас они уже замужем. Наш Бог недалек от людей. И люди думают, Бог там далеко, а я вот здесь страдаю. Нет-нет. Бог говорит, я знал, что в твоей жизни будут такие моменты. Я знал, что будут трагедии и трудности, но я приготовил спасательный круг. Я сделал это еще до основания мира. Я приготовил моего сына, который был заклан еще до основания этого мира. Я сделаю для вас то же самое. В каждой главе вашей жизни вы увидите мою руку даже у вод Мерры. Я хочу сказать вам, что Бог все контролирует. Бог уже все приготовил для Мерры в вашей жизни, чтобы обратить ваши горькие воды в сладкие. 2000 назад Он послал в этот мир Своего Сына как нашего Спасителя и Мессию, как Бога, который понимает и сопереживает. Он ведет нас через наши долины и испытания. Евреям 2 глава, 14 стих, в переводе послания. Поскольку дети сделаны из плоти и крови, логично, что Спасителю тоже пришлось облачиться в плоть и кровь, чтобы спасти многих от смерти. То есть Иисусу пришлось прийти так же, как мы приходим в этот мир, чтобы понять нас. Он пережил испытания, множественные искушения. Он пережил все возможные испытания. А на кресте Бог возложил на Него грех всего человечества, чтобы мы с вами были свободны от греха и всех его последствий. И приходя к Богу, мы не должны думать, что Бог где-то далеко. Нет. Бог послал Своего Сына в этот мир, отождествив Его с нами, чтобы Он мог помочь нам и поддержать нас, когда мы будем проходить трудности. Он сделал это не для ангелов, а детей Авраама, для нас с вами. Я думаю, сегодняшний день может стать переломным моментом в вашей жизни. Именно сегодня вы можете оставить горькие воды Мерры. Можете прийти ко кресту, позволив Богу произвести прекрасный обмен вашей жизни. Вы можете забыть и отпустить то, что было вчера. Все боли, обиды и предательства. Вы можете отпустить все, что оставляет после себя горькое послевкусие. Для этого вам нужно принять такое же решение, какое принял Иов в свое время. Я верю, что Бог пишет прекрасную историю о моей жизни. Возможно, я иду по воде, но эти воды никак не потопят меня, потому что мой Бог со мною. И именно за Ним последнее слово. Господь, я верю, что Ты — своевременная помощь во время нужды. Я верю, что Иисус все еще остается своевременной помощью. Он все еще мой добрый пастырь. Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я всем сердцем верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Я исповедую моими устами, что Ты воскрес из мертвых, и сейчас Ты живой. И сегодня я провозглашаю Твое господство над моей жизнью. Я открываю свое сердце
и приглашаю тебя занять свое законное место. Спасибо за твою благодать, которая разрушает силу греха в моей жизни. Я рожден свыше, и я буду следовать за тобой». Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Мы строим одну церковь в разных местах. Это все на сегодня. С вами были Циди и Анжелик. Благословений! Если вас благословило это послание, и вы хотите сделать финансовое пожертвование на распространение Евангелия, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране.